Кызылжарская птицефабрика переходит на новый уровень производства. Старейшее предприятие Павлодарской области теперь выпускают охлажденное мясо птицы. Сейчас там выращивают первую партию бройлеров. Мясо уже поступает на прилавки отечественных магазинов. Банкротство Кызылжарской птицефабрики сразу же сказалось на социальном самочувствии местного населения. Больше 600 жителей остались без работы. Спасти предприятие тогда помогла программа модернизации. Инвесторы вложили в проект больше 3 миллиардов тенге. Мы уже вышли на полную проектную мощность. На следующий год у нас планы произвести до 4000 тонн за 17-й. Также 18-й, но мы планируем, конечно, если все будет хорошо, планируем модернизацию до 8000 тонн в год мяса. Вложенные средства позволили модернизировать всю технологию производства. Теперь предприятие занимается выпуском охлажденного мяса птицы. Сейчас ассортимент насчитывает 16 наименований продукции. Мы выпускаем почти всю линейку бройлерного мяса. Это куриное филе, грудка, голень, бедрышки, крылышки, а также субпродукты высокого качества. Производство у нас экологически чистое, мясо всегда свежее. Птицефабрика соблюдает стандарты халал и эко. Здесь выращивают бройлерную породу арба. Технология рассчитана на моментальное потребление продукции, поэтому свежее мясо на прилавках не задерживается. В данный момент сейчас они в один мясное производство, поэтому сейчас 240 человек работает. Безработных нет, можно сказать, в нашем деревне. Продукция птицефабрики покупателям сразу пришлась по вкусу. В планах предприятия обеспечить свежим мясом не только местные рынки, но и соседние регионы. Ербулабишев, Армани Кубов, Алексей Мельницкий из Павлодарской области, Хабар 24.